Так, приехали сейчас в торговый центр. Ой, торговый центр, офисный центр. Угу, все, спасибо. Вы докладывали этому инженеру? Да. Здравствуйте. Так, у нас здесь нет шпингалета почему-то. Если открыть ее и попытаться открыть, она не откроется. Почему она не откроется? О, она откроется. Видно. Ну, сейчас надо делать все исправить путем расклинивания и установки шпингалета. Снимаем резинки и клиним пакет. Ну, как следовало ожидать, здесь ничего нет, палец лезет, куча пыли только. Здесь вот вроде есть, но что толку от них? Сейчас, знаешь, что давай сделаем? Вытащим. Да. Сможешь вытащить его? Положи инструмент из рук. Что ты держишь? Да, да, держу. Резинки с улицы вывалились. Так, давай. Давай. А куда ставим? Аккуратно, ручка. Куда ставим? На пол прям ставь. Вниз, вниз. Ага, ну видно, да? Здесь рихтовка. Как будто бы это, ну, глухой какой-то непонятный. Да. Не распределен вес, так скажем. Сейчас вот и все делаю. Так, убирай в сторону пакет пока. Сюда занеси его. Хорошо, мягко. Так, сюда ставим упор. Рихтовки кладем сюда. И пробуем закрыть дверь. Так, так у нас опять. Если... Вот подними выше. Здесь как? А ты не петли поднимаешь случайно? А, петли, да, поднимаешь. Ладно. Давай. Будем клинить ее. Давай пакет с рихтовками. Что мы сделали? Мы его просто расклинили, сюда положили рихтовки. У нас дверь поднялась практически вровень с чем? Тут накладка, когда эту сделали накладку. В общем, вровень она поднялась, и смотрим теперь. Вам чуть не мешали закрыть, а там открыть? Да не, мы уже все сейчас будем собирать. Вот насколько мы ее подняли. Надо еще посмотреть. Ну да, максимально ее задрали. Все, можно собирать обратно. Так, здесь резинки. Резинки сразу суй с улицы. А я отсюда буду шляпки ставить. Ну и останется нам только прикрутить. Все. Оп. Оп. Маленько подрегулировать верхушку. Штапики собрали, резинки все поставили. Ее задрали.